Игорь Викторович Рябов, главный тренер Родины М. Сегодня ваша команда одержала победу на выезде в Твери с минимальным счетом. Пожалуйста, ваш комментарий по игре 6-го тура. Ну, можно поздравить всех ребят с победой, весь клуб, штаб. Спасибо ребятам за самоотдачу, то, как они проявляют свой характер на футбольном поле. То есть все воплощается в тренировочном процессе. Ребята также сами переживают. То есть третья игра тоже момент такой позитивный, победа. Ну, можно отметить и Тверь. Так же самое могли в конце и пропустить. В первом тайме была штанга. Ну, ребята справились со своими эмоциями, как бы в техническом плане, за счет индивидуальных качеств, которые играли. Молодцы, с победой. Гол у вас получился сегодня сумасшедший просто. Да, Алан Агаев пробил, войдя. Принял мяч хорошо с уходом и дальний угол от вратаря. Конечно, гол такой был захватывающий, интересный. Но как бы все в тренировочном процессе тоже это учитывается, тренируется. Я думаю, воплощается в забитый гол. Спасибо. С победой. Спасибо.